Всем привет, ребята! Вы снова на канале Tilly Kids. И мы с кошечкой Анжелой поздравляем всех с наступившим Новым годом! Наша кошечка Анжела очень хорошо отметила Новый год. А как вы, ребята, провели Новый год, напишите в комментариях. И сегодня у нашей кошечки Анжелы интересная новость. Котик Том предложил ей сходить на свидание в ресторан. Кстати, эту идею дала Елена Ким. Ей большой-большой приветик от кошечки Анжелы. А также приветик шлет наша кошечка Анжела Диане Захарченковой. И сегодня наша кошечка будет примерять наряды для свидания с котиком Томом. А вы, ребята, выберите, какой же наряд лучше подойдет нашей кошечке Анжеле. Сейчас мы покормим нашу кошечку. У нее еще много осталось еды после Нового года. Мороженое. И вот наша Анжелочка выросла, получила 44 уровень. Отлично! Ну что, еще скушаешь, Анжелочка? Нет, смотрите, она съела целое мороженое и больше ничего не хочет есть. Давай печенье с шоколадом или с изюмом. Нет, совсем не хочет Анжела. Она, наверное, на Новый год сильно много всего съела. И видите, она не голодная, да, Анжелочка? Ну, давай почистим тебе еще зубки после сладкого мороженого. Вот так. На свидание надо идти с чистыми зубками. Сейчас Анжелочка покажет свои наряды. Она хочет очень красиво выглядеть. И для этого выберет самое красивое платье на ее взгляд. А вы выберете, в каком же наряде лучше смотрится наша Анжелочка. И в каком наряде она больше понравится котику Тому. Да, Анжелочка любит, когда мы ее гладим. Ну что, пойдем, Анжелочка, в гардероб и посмотрим, какие же платья ты подобрала для свидания с котиком Томом. Итак, смотрим. Анжелочка сейчас покажет платье, которое она выбрала. У нее очень много красивых платьев. И она выбрала вот такое вечернее платье. В таком сиренево-фиолетовом цвете. Замечательно. И сейчас она покажет свою любимую прическу, которая подойдет к этому наряду. Вот эта прическа Пикси подходит, но она выбрала вот эту прическу пастельный вихрь. И сейчас сделает макияж себе в таком же стиле. Розово-голубом. Да, Анжелочка? Но для начала мы поменяем ей шубку. Черная, мне кажется, не подходит. Смотрите, вот белая, как шубка, хорошо ей идет. Или розовая. Давайте розовую попробуем. Так, и подберем цвет глазок. Какие глазки? Я думаю, что вот такие глаза аниме очень хорошо смотрятся с этим нарядом. Так, глазки подошли, а вот насчет шубки, я думаю, белая или розовая. Мне очень нравится, когда Анжела в белой шубке, но она давно не одевала розовую шубку, поэтому мы сейчас оденем ей розовую шубку. Вот так. И делаем макияж. Так, Анжелочка, давай-ка сделаем тебе ярко-розовое румяна. Так. Вот, накрасили мы щечки нашей Анжелочки. А теперь перейдем к теням и накрасим ей тени. Как я говорила, мы попробуем сделать макияж такой розово-голубой, да? Возьмем розовые тени. Вот сюда блестящие тени. И добавим, я думаю, что чуть надо вот такой потемнее. Вот такой цвет. Теней сделали мы нашей кошечке под цвет ее волос. И теперь накрасим реснички. Реснички тоже сделаем. Вот такие сине-фиолетовые. И добавим немножко розовый.
Вот такой макияж у нашей Анжелочки. Еще осталось поменять губную помаду. Я думаю, что мы возьмем вот такую ярко-розовую блестящую помаду. И посмотрим на нашу кошечку. Вот такая красивая наша Анжела. Мне очень нравится ее образ. И я думаю, что котику Тому тоже очень понравится. Анжелочка, покажи зрителям. Вот такая наша кошечка Анжела. В таком наряде. Это наряд номер один. Кому нравится, ставьте единичку в комментариях и лайк. А теперь Анжела покажет второе свое платье. Так, заходим в гардероб и смотрим, какое же еще платье Анжелочка хочет надеть. Вот такое черное вечернее платье, очень красивое и идет нашей кошечке. А теперь подберем прическу. А прическу, я думаю, сюда подойдут или же светлые волосы, или какие-то черные или коричневые. Ну, коричневые нет, а вот черные волосы хорошо подошли. Давайте вот такие вот волосы. Черная. Вот такая прическа получилась у нашей кошечки. Так, что же, теперь надо поменять шубку. А шубку, мне кажется, можно вот такую серую взять. И еще заменить цвет глазок. Какие же глазки мы сделаем? Давайте вот такие голубые глазки для нашей кошечки. Анжелочке очень нравится. И теперь делаем макияж. Итак, вытираем старый макияж. Вот. И начинаем с румян. Давайте вот такие мерцающие возьмем. У нее платье такое блестящее. Вернее, не платье даже, а украшение к платью. И сделаем тени. Давайте сделаем голубые тени. Голубые, вот такие красивые тени. И теперь реснички. А реснички мы сделаем ей черненькие, черные вот реснички и немножко голубого оттенка под цвет ее глаз. Вот такая наша милая кошечка. А теперь подумаем, какую же губную помаду. Я думаю, что надо блестящую помаду. Такая розовая, такую розовую мы уже делали, да? Давайте лучше вот такую ярко-красную. Итак, Анжелочка, покажи. Вот такие губки и такой макияж у нашей кошечки. Ну что же, покажись. Вот так выглядит наша Анжела. Мне кажется, котику Тому и такой наряд очень понравится. Ребята, кому нравится этот наряд, ставьте лайки, пишите в комментариях. А давайте попробуем, как смотрится Анжела в этом наряде и с очками. Очки-сердечки. Можно было бы вот такие черные очки-сердечки одеть. Или же очки-бабочки, но они темноватые. Очки-хипстера. Давайте посмотрим, какие есть расцветки. Ребята, кому нравится кошечка Анжела в очках, пишите в комментариях. Но мне кажется, что лучше ей без очков. Хотя вот такие очки-сердечки очень мило смотрятся, да, ребята? Да, Анжеле тоже нравится, но на свидание она бы пошла без очков, чтобы котик Том хорошо разглядел ее красивые глазки. Вот такая наша милая кошечка Анжела. Теперь давайте посмотрим первый наряд. Вот такой первый наряд кошечки Анжелы. И вот такой второй наряд. Ребята, кому понравился второй наряд, пишите цифру 2 в комментариях. Кому первый наряд, пишите цифру 1 в комментариях. А сегодня пожелаем Анжелочке хорошо провести время в ресторане с котиком Томом. И будем прощаться с нашей кошечкой. Ребята, всем пока-пока.
До новых встреч! Кому нравится кошечка Анжела, ставьте лайки и пишите в комментариях, кого бы вы хотели еще увидеть. Какие сюжеты вы бы могли предложить для видео с кошечкой Анжелой, котиком Томом или с ее друзьями. Ну что, ребята, всем пока-пока. Спасибо за просмотры, лайки и комментарии. Всем пока-пока!